Ну что тут у нас? Тело нашли в 7:40. Утром пришла уборщица и обнаружила труп. Личность установили? Семенова Маргарита Игоревна. Писательница очень известная, кстати. Псевдоним Миранда. А что пишет? Писала. В основном детективные романы. Самый известный — «Коготь». Не читал. Я не установила пока причины смерти, но на теле множественные следы порезов и ударов. В доме полный разгром. Я пойду опрошу свидетельницу. Я захожу, а она здесь лежит. Вся такая холодная. Расскажите нам по порядку. Когда вы пришли, дверь во двор была открыта? У меня свой ключ есть. Мне хозяйка дала честное слово. А вы в доме ничего не трогали? Да я в дом не входила, пока вы не приехали. Я думала, что там кто-то есть. Может, у нее были враги? Может, она с кем-то конфликтовала? При мне нет. А как часто вы убирали дом? Через день. Вы дом хорошо проверили? Ничего не пропало? Да вещи вроде все на месте, только разбит. Последнее время вы ничего странного не слышали? Может быть, она ругалась с кем-то по телефону или жаловалась кому-то? Она была очень сильным человеком. Никому никогда не жаловалась. Можно что-то сказать определенно? Порезы разной глубины. Похоже, что все от стекол. Всего 16. Ну да. В комнате было все разбито, что только может разбиться, включая окна. Да. Ушибы длиной 10-12 сантиметров. Свидетельствуют об ударах тупым предметом. Всего 18. Еще перелом ключицы и правой руки, но это уже от падения. Всего нанесено 36 ран, и все при жизни. Да, столько ран, а умерла, видимо, не от этого. И даже не от падения с высоты. Очень интересно. Хорошо. Жду результаты, как боятся, сразу сообщи. Эти, кстати, она писательница. Да, говорят, довольно популярная. Ну что, ты читал? Она ведь писала детективы. В каком-то роде наша коллега. Мне детективов и в жизни хватает. Интересно, здесь был один человек или больше? Мы сможем ответить на этот вопрос после того, как проанализируем отпечатки пальцев. У меня ощущение, как будто здесь предметы били в предмет. Например, вот этот стул был разбит после того, как запустили в телевизор. А может, она отбивалась от кого-то? Бросала вещи в него? Я что-то нашел. Сейчас проверим. Итак, вы помощница Миранды. К несчастью. Давно работаете? Полгода. Когда вы видели ее в последний раз? Вчера. То есть, нет, позавчера, ночью. Ночью? Она была очень эксцентричным человеком, могла вызвать в любое время. Что же ей понадобилось на этот раз среди ночи? Ей был нужен мед.
метамфетамин? И где же вы его брали? У нее был знакомый, она с ним созванивалась, а я просто была курьером. Скажите, она конфликтовала с кем-нибудь? Может быть, вы слышали, кто-то ей угрожал? А мне проще сказать, с кем она не конфликтовала. Но вот если серьезно, человек, у которого я брала наркотик, просил напомнить хозяйке о долге. В желудке Миранды я обнаружила неизвестное вещество. Похоже на яд. Сейчас я провожу экспертизу. А что она ела? Морепродукты. Принимала пищу не ранее, чем за полчаса до смерти. И, скорее всего, в каком-то экзотическом ресторане. Значит, ее отравили. Возможно. Ничего себе. Избили, выбросили из окна. Так, для уверенности. Загадка. В принципе, как и то, где ужинала Миранда за полчаса до своей смерти. Ну, это уж не такая загадка. Но если она умерла дома, а ужинала в ресторане, значит, ресторан находится не дальше, чем в полчаса езды от дома. Верно. Смотрим на карте. Ну вот, единственный ресторан суши в этом районе досягаемости – Сакура. Я слышала об этом ресторане, довольно дорогой. Хм. Что ж, придется посетить. Подавали осьминога под соусом из бамбука. Осьминога? Да, и рыбу пилу с водкой? Нет, с водорослями? Да. А может быть, рыба была ядовита? Нет, что вы, это исключено. Я всегда пробую блюдо лично. Да это традиция. Если бы рыба была приготовлена плохо, или в нем был яд, он бы первый умер. Мы возьмем у вас продукты и проведем экспертизу. Вызывали? Да, прошу вас садиться. Извините, может быть, мне показалось? Или вы действительно читали книгу Миранды? Читаю. Ну и как? Кто убийца? Да вот, 35 страниц прочитал, а преступления пока нету. Хорошо, вернемся к делу. Что показали результаты анализов продуктов из ресторана? Мясо кенгуру и тигра оказалось простой бараниной. Рыба фугу, мороженое скумбрия. Ну, а яд? Все чисто. Она ужинала одна? Ну, по крайней мере, так говорят в ресторане. Черных сейчас разбирается с телефоном. Может быть, это даст какие-то результаты. Возможно, возможно. Но пока мы не особо продвинулись. Хорошо. Спасибо. Идите работать. Ну что, можешь чем-то порадовать? Пока что нет. Пытаюсь восстановить информацию. Телефон сильно пострадал. Помощница Миранды мне сказала, что та употребляла наркотики. Может это непонятное вещество быть каким-то новым наркотиком? Может быть. А может быть, это смесь разных наркотиков и лекарств? Отлично. Что отлично? Начало копироваться. Скоро мы все узнаем. А ну помоги. Глупо здесь искать. Почему это? Она жила одна. Кто бы ей стол отодвигал? У женщины нужно искать тайник в других местах. Например?
Для чего здесь висит эта картина? Ее же никто не видит. И рама какая-то странная. Опа! Ты умничка. Надо будет себе такое сделать. Живописью интересуешься? Рамами. Видимо, вот это для нее было тоже как драгоценность. Метамфетамин? Да? Надо будет пообщаться с теми, кто ей это поставлял. Ну вот, все есть. Все контакты. Смотрите, какие интересные имена. Саша Кокс, Геномед. Странно. Что странно? А где ее профессиональные контакты, издательства, редакторы? Она же все-таки была писательницей. Откуда ты знаешь? Может, они у нее под другими именами записаны? Вот, например, Кис. На самом деле этот Кис там какой-нибудь главный редактор. Что ж, будем проверять всех ее друзей. И с каждым по отдельности будем говорить лично. Ну и чего вы меня в такую рань выдернули? Разве это рана? Для меня рана, я еще не ложился. Скажите, вы знаете Миранду? А я обязан отвечать на ваши вопросы? Она, между прочим, дама с репутацией. Вчера она была найдена убитой. Шутите? Мы пригласили вас сюда не ради шуток. Где вы были позавчера вечером? Позавчера? Позавчера. Это когда? Позавчера я был в пробке. В ночной клуб. Кто-нибудь вас там видел? Это могут подтвердить? Конечно. Все могут. Тем более, что я был там всю ночь. До утра. У нее в телефоне вы записаны как Саша Кокс. Почему? Почему? Откуда я знаю, почему? Это же ее телефон. Это вы поставляли ей наркотик? Нет, клянусь, я этим не занимаюсь. А кто поставлял ей наркотик? Был один. Гена, что ли? Геномед? Ага. Где его можно найти? Последний раз я их видел во флюгере. Это тот, который на набережной? Да, точно. Людно. Надо у бармена спросить. Что? Ну где этот Гена? Нет. Зачем спрашивать? Ну, по-другому. Да. А вот и он. Да. Гена? Кто это? Повернитесь и увидите. Что вам нужно? А вы знаете Миранду? Да. У Миранды в телефоне вы записаны как Геномед. Вы можете объяснить этот псевдоним? Ну, пусть она и объясняет. К сожалению, Миранда мертва. Ты должен рассчитаться за их. Конечно, пожалуйста. Вам должен. Всего 1500. А, не бойтесь, он сейчас расплатится. А, вы вроде бы собирались рассчитаться, правильно? Пожалуйста. И пройдите с нами. У нас есть пару вопросов. И
Из-за этого убегать-то стал. Да мало ли, может, у нее передоз был. Обвинять меня будете, да? С клиентами это бывает. И много ли у вас постоянных клиентов? Да по-разному. Сейчас меня интересует та, которая больше вам не позвонит. Вот ее контакт на вашем телефоне. Говорят, она вам задолжала? Да мне многие должны. Но я не убийца, зачем мне убивать своих клиентов? Всякое бывает, может быть, много задолжала. Да перестаньте, она всем должна была, не только мне. Откуда вы знаете? Ну, так, кручусь в этих кругах, слышу разговоры, многие на нее жаловались. И все-таки, где вы были вечером в воскресенье? Да там же, во флюгере, спросите у кого угодно. Хорошо. Это ноутбук Миранды? Да, но кто-то очень старался его сломать. И это дает нам надежду думать, что мы можем найти что-то интересное. Что у тебя? Я рассортировал письма и документы Миранды по датам. Угу. Значит, здесь контракты, угу, договоры на предоставление аванса и акты выполненных работ. Нашел что-то интересное? Да, Миранда должна издательству 2 рукописи. О, это большие деньги. Осторожно. Учитывая те тиражи, в которых издавался ее коготь. Получается, они планировали получить такие же прибыли, как и раньше. Ты уверен, что там нету рукописи? Ну, по крайней мере, нового ничего не издавалось, а аванс был получен. Вот что я хотел спросить. В общем, есть подозреваемые. Муж и любовник. У любовника нет мотива, но зато есть алиби. У мужа наоборот. Как ты думаешь, а кто из них убийца? Подождите, вы сейчас о чем? Ведь у Миранды нет мужа. Я о книге. Ну, коготь. Там ведь тоже женщину убили. Ага. И я просто половину книги прочитал, а никак не могу вычислить убийцу. Вот и все. Я понял. Ну, если о книге, то я думаю, что любовник. Почему? Да потому что писатели все время отводят подозрения от реального убийцы. Потом выяснится, что мотив был, алиби липовое. Да. Ну, спасибо. Ну, ясно. Хорошо, работаем. Пойдем. Чем могу, так сказать, помочь? Скажите, а вы слышали о трагедии, которая произошла с одной из ваших писательниц? Это с Мирандой, что ли? Да. Жуткая история. Кофе, чай? Или, может, что-нибудь покрепче? Нет, спасибо. Скажите, а это правда, что она вам осталась должна 2 рукописи? Да. Ох, мы тогда с ней влетели. Ну, я имею в виду наше издательство. Дело в том, что ей аванс выплатили такой, который покруче любого гонорара будет. А почему вы на это пошли? Молодой человек, а вы не читали роман «Коготь»? Нет. Ну вот. Если бы читали, такие вопросы бы не задавали бы. «Коготь» — это хит. Бестселлер. Да, ну и, конечно, мы ждали новых романов. А у нее были еще бестселлеры? Нет. Нет, ну, раньше она писала много, но, как бы это помягче назвать, барахло, да? И тоже приходила сюда, требовала, чтобы мы это все печатали, скандалила здесь. Лично с вами? Да, и со мной тоже. Конечно. Грубо говоря, она осталась должна вам круглую сумму. Очень грубо, да. А что вы так рассматриваете?
Вы что думаете, это я, что ли, за эти деньги организовал ее убийство? Ну, пока мы не найдем настоящего преступника, то мы ничего не исключаем. Да ну глупости какие. Хотя бы вы знаете, иногда она себя так здесь вела, что хотелось взять что потяжелее, да и огреть ее. Ну, слава и деньги портят людей, вы сами знаете. А как вы тогда нам объясните вашу переписку? Ну, так, мягко говоря, не очень доброжелательно. А вот это тоже часть творческого процесса. Садись. Смотри внимательно. Что? Тебе удалось попасть к ней в компьютер? Не только в компьютер, но еще и в почту. И что там, письмо от убийцы? Можно и так сказать. Скажи, в котором часу она умерла? Около 21 часа. Ага, какие могут быть допущения? Плюс-минус час. Отлично. А теперь посмотри на время отправления последнего письма из ее компьютера. 11:30 ночи. Да. Она могла в это время быть еще жива и отправить письмо? Однозначно нет. Следовательно? Следовательно, это сделал кто-то вместо нее, когда она уже была мертва. А потом еще и замел следы, разбив компьютер. Хорошо, а что же это за письмо? В письме списки телефонов, контакты агентств, издательств. Кто получатель? Вот этого я пока не знаю. Ну, адрес. Можно, конечно, попытаться пробить. Красотка@gmail.com. Но там динамический, он же плавающий IP-адрес. Ну что ж, во всяком случае, предположительно, это женщина. У нее на компьютере был пароль. Мог ли кто-то, кроме Миранды, его знать? Помощница. Миранда вполне могла давать ей задания, связанные с работой на компьютере. Ну, значит, тогда надо найти ее электронную почту. У нее этих адресов могут быть десятки. А может, кто-то делал копии и отправлял ее новую книгу? Нет. Отправляли адреса, контакты, телефон. Кому это могло быть нужно? Ну, я думаю, тем, кто занимается писательской деятельностью. Конкуренты. Конкуренты. Правильно. Нужно искать ее контакты с коллегами-конкурентами. Кстати, это был не любовник. Что? В смысле? Убийца в книге. Да, да. Его самого на 234-й странице зарезали. Тем же самым ножом. Тогда это был муж? Нет! Он был в это время у следователя. Я грешным делом подумал, что это садовник. А, там еще и садовник. Кого тут только нету. Послушайте. Ага. Свободны. Планшет! Смотри, что мы нашли на клумбе. Телефон? Да, правда, он немножечко испачкался, но я думаю, что в основном не пострадал. Это ее телефон? Не знаю, сейчас узнаем. Как он туда попал? Скорее всего, как сломанный стул. Улетел через окно. Работает? Сейчас. Представь себе, да. Так, восходящих. Аня какая-то. Аня. Слушай, это ее помощница, Аня. Да. Дальше. Входящие. Издательство, неизвестный номер. Аня, книжный магазин.
Чего ты замолчала? Посмотри на время последнего звонка. 20:35. Перед самым убийством. Аня. Да, она мне звонила, и что? Почему же вы нам об этом не сказали? Я говорила. Не помню. В прошлый раз я говорила вам, что она постоянно звонила мне среди ночи по любому идиотскому поводу. И что же был за повод за полчаса до смерти? Как всегда, срочно приехать. Она сказала вам зачем? Да. Нет. Тогда или нет? Слушайте, я не помню. Я просто отказалась приезжать, и все. Странно. Всему есть предел. Да, я согласна быть помощницей, но не девочкой на побегушках. Странно, что вы отказались к ней приезжать именно в ночь убийства. Или все-таки приехали? Я уже сказала. Перескажите мне подробно ваш последний разговор. Я сказала, что мне надоело, что я открою свой бизнес, стану литературным агентом и обойдусь без нее. Дальше. А дальше она начала всячески меня оскорблять. Потом сказала, что я уволена, и бросила трубку. Вы собираетесь стать литературным агентом, но ведь для этого нужны связи, контакты. У меня это все уже есть. Мы вынуждены вас задержать. Как это? Почему? До выяснения некоторых обстоятельств. Ну что, нашла яд? Нет, лекарства, яда нет. Не знаю, может, у нее тайник какой-нибудь есть. Картина еще не проверяла? Я зашел в ее почту. Один из ее адресов – красотка. Ну вот, 20 июня получено письмо в 23:55 от Миранды. Тут список телефонов, адреса агентств и издательств. Есть о чем поговорить. Почему вы мне не верите? Потому что вы не хотите сказать нам правду. Я говорю. Мы третий раз с вами общаемся, и вы каждый раз меняете свои показания. Что мне нужно делать, чтобы вы поверили мне на этот раз? Скажите нам правду. Правда. Она была уже мертва, все в доме было разбито. Я сильно испугалась, хотела сразу сообщить о ее смерти. Почему не сообщили? У нас с ней были конфликты. Я понимала, что попадаю под подозрение. А кто отправил письмо? Я сама. Я понимала, что в дом Миранды больше не попаду, поэтому решилась на это. Компьютер вы тоже разбили? Только компьютер. Все остальное было разбито уже до меня. Слушайте, а вас не смутило, что в доме было совершено убийство? Мне очень были нужны ее контакты, я же вам уже говорила. Да, я помню. Вы собираетесь стать литературным агентом. И что? Есть у вас уже на примете клиент-писатель? Есть. Кто же это? Алиса Литвинова.
что-то не припомню. Это начинающая писательница. Еще неизвестная, но очень талантлива. А она была знакома с Мирандой? Она работала ее помощницей до меня. Вот как? И что, сама ушла или Миранда ее уволила? Уволила. За что же? Обвинила ее в краже бриллиантов, но она ничего не крала. Уверялась. Где мы можем найти эту начинающую писательницу? Точный адрес я не помню. Она живет где-то в районе центрального рынка. Телефон есть? Есть. Где работает? Недавно устроилась официанткой в ресторан. Какой? Сакура. Надеюсь, вы решили нас порадовать и пришли просто поужинать. Ну, от чая мы не откажемся. Надеюсь, мы не отравимся. Может быть, что-нибудь еще? А еще будет вопрос. У вас официанткой должна здесь работать некая Литвинова. Алиса, конечно. Вот пускай она и принесет нам чай. Сию минуту. Залезай вниз, тренинг. Расскажите о ваших отношениях с Мирандой. И поподробнее, пожалуйста. Нет никаких отношений. Но вы же работали у нее помощницей. Знаете, я не хочу вспоминать это. Почему? Потому что Миранда обвинила меня в воровстве, а все было наоборот. Что наоборот? Это она у вас украла бриллианты? Нет. Что нет, не крала или не бриллианты? Я не хочу об этом говорить. Придется, Алис. Миранда была убита. Туда и дорога после всей этой лжи. Скажите, что произошло между вами такое, что ей понадобилось лгать по поводу краденных бриллиантов? Она просто хотела испортить мне репутацию. И после того, даже когда я уволилась, она не давала мне покоя. В смысле? Ходила и всем рекомендовала не брать меня на работу. Обзывала меня воровкой, стервой. Ей, естественно, верили. Ну да, она же звезда. Так а как же вы все-таки устроились сюда? С трудом. Ну, видимо, потому что Миранда здесь не бывала. Подождите, у нас другая информация. Да. Потом она появилась здесь. И я изменила внешность. Я старалась не попадаться ей на глаза. Но... То есть отношения у вас все-таки были, мягко говоря, враждебные? Я ненавижу ее. Вы понимаете, что заявляя это, вы автоматически становитесь одной из главных подозреваемых в ее убийстве? В эту ночь я работала в ресторане до утра. Есть. Я вижу, у тебя хорошее настроение. Да, мне наконец-то удалось разгадать эту загадку. Какое? Это неизвестное вещество, очень редкий змеиный яд. Погоди, а разве у нее на теле были укусы? В том-то и дело, что нет. Как нет? А вот так. Яд в желудок попал с пищей. А, выходит, ее отравили. Да, только все равно это странно. Почему? Этот яд действует быстро. В первую очередь поражает головной мозг. Смерть может наступить даже без паралитических симптомов. А пищу она принимала за полчаса до смерти. Да, загадка. Почти такая же, как в книге. В знаменитом когте? А что там? Да, понимаешь, я прочитал уже почти всю книгу, но до сих пор не могу понять, кто же все-таки убийца. Не может быть. Угу, да.
Все версии оказались сложными. Не осталось ни одного подозреваемого. Никаких улик. Ни ДНК, ни отпечатков, ни видеозаписей. Ну, ничего. Да, интересно, как же Миранда собирается выпутаться из этого? Да, мне самому интересно. Ну, осталось считать немного. Хорошо, работаем. Вам фото преступницы прислали? Какой преступницы? Змеи, что ли? Ну да. Это что за гадюка? Читай, там написано. Миранда была отравлена ядом именно этой змеи. Что, поехали в зоопарк? Зачем в зоопарк? А где мы будем искать такую змею? В цирке, что ли? Нет. Здесь, в ресторане Сакура. Ты шутишь? Нет. Они что, готовят их здесь? Я не знаю точно, но у них в ресторане находится в аквариуме точно такая же змея. Помнишь, у них там аквариум с экзотическими животными? Да, помню. Там был аквариум. И не один. Здравствуйте. Что вы хотели? Нам нужен директор. Но его сейчас нет. Позовите шеф-повара тогда. Хорошо. Проходите, присаживайтесь. Нет, спасибо. Мы постоим здесь, посмотрим на экзотических животных. А, кстати, она ядовитая. Очень. Ну что, признаться не желаете? Вы по поводу этого скандала с той писательницей. Вот именно. Расскажите. Мы здесь совершенно ни при чем. Был у нее какой-то конфликт с нашей официанткой. С Алисой? Да. Алиса не хотела ее обслуживать. Подавала другая официантка, Зоя. Алиса, правда, помогала. И в чем заключалась помощь? Алиса собирала поднос, а Зоя просто относила. Но Миранда все равно ее заметила, так что... Что было потом? Скандал. Это сумасшедшая начала швырять мне посудой. Потом отказалась платить и ушла. Так она ничего не ела? Все съела. И вино выпила, и потом коньяк. Просто швырнула в Алису бокалом. А у вас осколки остались? Наверное. Не знаю, в баке. А почему вы нам сразу об этом не сказали? Это же могло повлиять на нашу репутацию. Хорошо, покажите, где у вас баки. Я хочу посмотреть, не остались ли там ее осколки. Пойдем. Ну что, может быть, вы сами все расскажете? Хорошо, тогда я начну. На осколках бокала, из которого пила Миранда, обнаружены следы яда редкой змеи. Малайский крат. Знакома? Такая же змея находится в аквариуме ресторана Сакура. На стекле аквариума обнаружены отпечатки ваших пальцев. Как вам было не страшно выдавливать яд? Ведь крат мог и вас укусить. Понимаете, меня достаточно кусали. Я не могла больше терпеть, она угрожала мне. Миранда? Да. Угрожала вас убить? Нет. Она украла у меня книгу. Какую книгу? «Коготь». Вы написали «Коготь»? Да, это мой роман. Я устроилась работать к ней помощницей. Я думала, что она поможет мне. Вам нужны были ее связи и контакты? Да, у нее было много связей и... Я дала ей прочитать роман, и он ей понравился. И она решила предложить мне за него деньги. То есть Миранда захотела выдать вашу книгу под своим именем? Да. Но мне было важнее заработать имя, а не деньги. И я отказалась, и она украла его у меня. А вы что, никак не могли доказать, что это ваша книга? Нет, я... Я пыталась, но она переписала его, да и причем бездарно, ну... Но есть же какие-то способы. Да я даже угрожала ей, я говорила, что расскажу журналистам, но... Почему она... не сделали этого? Она сделала удар первой.
Она обвинила меня в краже каких-то бриллиантов, сказала, что если я скажу кому-нибудь про коготь, она напишет заявление, и меня посадят за воровство. И тогда вы ее решили убить? Нет. Нет, я просто решила сменить все. Я написала новую книгу, я нашла новую работу, но она преследовала меня. Преследовала вас? Она хотела, чтобы я уехала из города навсегда. Ну хорошо. А что же все-таки побудило вас ее убить? Она узнала меня. Узнала прямо в ресторане. Я сказала ей, что она бездарность. И что я написала новую книгу. И что она лучше никогда ничего не напишет. Ее это взбесило? Да, ее это взбесило. Она вцепилась в шею и начала кричать, что позаботится о том, чтобы мою книгу никогда никакое издание не выпустило. Тогда я вышла из зала. Но она не успокаивалась и кричала, и требовала у официантов что-нибудь покрепче. Вы сделали ей смертельный коктейль. Понимаете, я не контролировала себя. Я взяла стакан и заставила змею укусить его. И налила туда коньяк и отдала официантам. Ну что ж. История, достойная пера автора. Может быть, вы когда-нибудь напишите об этом целую книгу. Пишите. Да, у меня много времени будет для этого. Я все равно не понимаю. Ну что именно ты не понимаешь? Посмотрите. У нее остались ссадины, синяки, порезы. Получается, помощница добивала ее дома. Да помощница здесь ни при чем. Она просто воспользовалась моментом и украла то, что хотела украсть давно. Контакты из компьютера. Хорошо. Кто тогда разбил все у нее в доме, а потом вообще выбросил ее из окна? Она сама? Не понимаю. Спиртное, которое она выпила, замедлило действие яда. И только через полчаса, когда Миранда была дома, яд начал действовать. И достиг головного мозга. Это вызвало бурную реакцию. Миранда в безумии била и крушила все в своем доме. А потом? Потом она умерла и выпала из окна. Да. Просто как Моцарт и Сальери. Только в нашем случае Моцарт отравил Сальери. Это черт знает что. Что случилось? Нашли убийцу. Следователь, который вел дело. Да. Теперь понятно, почему исчезали улики, он их просто уничтожал. Да, да. И это вскрылось в ходе плановой проверки вещдоков. Ну как я об этом не догадался? Это же просто роман. Зато вы блестяще раскрываете настоящие дела. Причем не менее запутанные. Прижмем ее, Геночка. Прижмем. Так что после развода еще она тебе должна будет. А будет возбухать, и детей отберем. Легко. Так и передай ей. Ну, твою мать, а? Я перезвоню. Уважаемый, твое корыто. Полон слез тот день, когда восстанет из праха, чтобы быть осужденным человеком. Thank you.
Привет. Привет. Хотел сказать доброе утро. Угу. Что у тебя? Ограбление, убийство. Нет кошелька и телефона. Что-нибудь нашла? Все чисто. Я бы даже сказала, подозрительно чисто. Кофе будешь? Хочу. 3 ножевых ранения в области живота. Спасибо. Вообще очень странно. При таких ранениях здесь все должно быть в крови, а она только по телу. Не знаю. Может, совпадение? Знаешь, если вот так вот посмотреть внимательно, в этом даже есть какая-то странная красота. А ты меня пугаешь. Нет, просто это очень похоже на постановочную фотографию. Очень хороший свет. Есть перспектива. Я думаю, что убийца хотел сделать картину в черно-белых тонах. Тебе нужно срочно в отпуск. Вот что я тебе скажу. Нет, так а что? Нет свидетелей, нет улик. Варианты. Пропал телефон, пропал бумажник. Варианты? У нас есть свидетель. Доброе утро. Доброе утро, говорю. Доброе. Как у тебя дела? Нормально. Есть точное время преступления, но преступника пока не видно. А что, регистратор все время работал? Нет, он включается только, когда срабатывает сигнализация или кто-то близко к машине подходит. Я просмотрел всю запись от начала до конца, там ничего особенного. Покажешь? А это кто? О, а я его не заметил. Жаль, лица не видно. Нет, ну это уже хоть что-то. Этот мужчина крутился возле машины за 2 часа до убийства. День добрый. Уезжаете уже? День добрый. Уезжаем, да. Я прошу прощения. Я понимаю, у вас работа. Но поймите у меня тоже работа. Когда вы закончите? Так мы закончили уже. А коллеги ваши? Какие коллеги? Криминалисты уже уехали, мы последние. Я там только что был, там парень какой-то ходил, фотографировал что-то. Какой парень? Просто парень, я думал, он ваш, я его и не трогал, он еще там. Ты нас съест, я на лестницу. Эй, ребят, а машина? Простите, я подумал, подмога нужна будет. Можете показать место, где его видели? Снимал отпечатки пальцев. Наши? Наши не пользуются тонером для принтеров. Опишите, пожалуйста, этого агента. Ну, я его со спины видел. Парень невысокий, наверное. Он на корточках сидел. Какого цвета у него были волосы? Ну, знаете, он в такой бейсболке одет был. Ну, черный такой.
Так, значит, здесь камер наблюдения нет. А на выезде есть? Какие камеры? У нас здесь гараж, а не реалити-шоу. Разве машину угонят? Молодцы. Спасибо. У нас это дело и так в приоритете. Да, и... Да слышу я, конечно, и понимаю. Безусловно. Садись. Нет, это не вам. Я говорю, я понимаю, все под контролем. Под моим личным контролем. Да, спасибо. Досье на жертву. Интересно, что в нем есть, чего я не знаю, а? Можешь себе представить, с утра 7 звонков. 7 от его перепуганных клиентов. Ну, конечно, это ж Алексей Боровик, адвокат, который занимается защитой бизнесменов, звезд, даже политиков. Не звоните Соулу, а позвоните Боровику. Интересно, сколько он таких дел закрыл? Ну, порядка 200 точно. Точно. Итак, учитывая отчет Каптан, его убили столовым ножом, рабочая версия — месть. Скорее всего, Боровик отмазал какого-то сынка какого-то депутата, ну, который пьяным сбил человека. А родственники этой жертвы выследили Боровика и... В этом списке таких дел полно. К тому же нож еще даже не нашли. Вениамин, мы должны работать на опережение. Эти его клиенты, ну, ты сам понимаешь, кто это такие, боятся, что когда-нибудь что-нибудь после его смерти всплывет. Так что надо отправить Кабирию и Майорова к нему домой с обыском. Не хватало, чтобы его перепуганные клиенты начали уничтожать улики. Да уж. Неплохо адвокаты живут. Только неряшливо немного. Может, что-то искали? Может, и искали. Так на чем я остановился? В общем, на то время он был самым богатым и известным производителем виски. В общем, один раз он приехал к себе в офис, ну и подошел к сейфу, хотел что-то достать. А код, бац, и забыл. Тогда он со злости пнул этот сейф, в итоге сломанный палец, заражение крови и мучительная смерть. Как-то так. Как-то... Да что ж такое? Что это тут? Да, блин. Глеб! Глеб! Что так, где ты? Не кричи, слышу все. Что такое? Где ты был вообще? Я в соседней комнате. А ты все слышал, что я рассказывал? Ну да. Подожди, здесь только что лежал ноутбук. Дверь открыта? Что там? Парень ноутбук прячет! Быстро! Ничего не слышу, Глеб! Это шок. Все будет хорошо. Ничего не слышу! Мне действительно жаль вашего агента. Вы поймите меня. Иду я по улице, и тут за мной бегут два человека. Возможно, хотят напасть. Вы, значит, всегда используете гранаты против потенциальных нападающих? Светошумовые гранаты.
По лицензии частного детектива я имею право их носить и использовать. А на взлом и кражу у вас тоже есть лицензия? Послушайте, агент, тюрьма мне не грозит. Вы не представляете, какие у моего заказчика адвокаты. Вы уверены в том, что хотите торговаться? По-моему, время – это ваш главный ресурс. Мы с вами сейчас как пираты. У каждого из нас по половине карты сокровищ. И мы оба на острове. Только у вас пистолет. Ну, все как в жизни. Я не назову заказчика, но вы сможете сложить 2+2. Он богат. И его дочку год назад убили при загадочных обстоятельствах. Так ведь убийцу нашли. Это был... Ее бойфренд был под наркотой и не помнит, как зарезал ее. Отец не поверил следствию и нанял меня. Я уже полгода иду за тем, кто это сделал. Он называет себя Бритвой. Послушайте, у меня нет времени на эти городские легенды. У меня есть доказательства. Папка в 342 листа. Я готов поделиться с вами. Включая и улики с места убийства Боровика? Это же вы были там, на паркинге. Мне приходится идти по его свежим следам. После очередного убийства Бритва исчезает на несколько месяцев. Мне нужны документы сегодня же. А когда я увижу вашу половину карты сокровищ? Как только мой капитан даст на это добро. По делу Бритвы проходит 14 эпизодов. Первое было 7 лет назад, последнее – вот наш адвокат. Разные люди, разные города. Но всегда используют ножи. Вениамин, подними криминальные сводки. Я не думаю, что все эти грабежи, драки и бытовые дела, связанные с ножом, это дело рук нашего маньяка. Я, конечно, не пытаюсь защитить версию Тарасова, но нам бы хоть какую-нибудь логику найти. Я, конечно, помню все эти дела, и особенно эту версию с таинственным маньяком, но фактов нет. Так что будем работать по основной версии – это месть. Кстати, что там с ноутбуком Боровика? На его электронную почту приходило очень много угроз. Я проверил, все они были отправлены из одного интернет-кафе. Угу. Ну вот и славно. Молодченько. Давай работать. Так а что делать с этим детективом Тарасовым? Я не имею права рисковать жизнью гражданского человека. Так что мы работаем сами по себе, а ему не помогаем. Ну, и не мешаем тоже. День добрый. У нас есть к вам пару вопросов. Да, конечно. Руки на стол. Что у нас здесь? Нет, нет, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это что? Это не мое. Что тут написано? 21. А вам сколько? 18. 18. Срок потянет. Но он ведь в первый раз? В первый? Ну, учитывая, что он в первый раз. И если он будет сотрудничать, годочек скинут. Буду. Да? Хорошо. Вот это IP-адрес. Компьютер, с которого писали 12 апреля. А это вот тот компьютер. Кто там сидел? Я не знаю. Так дело не пойдет. Ну, я действительно не знаю. Секундочку. Мы записываем посетителей на веб-камеру. А то у нас постоянно кто-то мышки тырит. Так.
Хорошо. Ширяков Сергей Борисович, 65-го года рождения. Он был в списке подозреваемых. Его дочь подвергалась насилию со стороны клиента Боровика 3 месяца назад. Я не знаю, работал ветеринаром. Как-то не похож на убийцу. Это может быть ошибкой. Ну, возможно. А вот, привод за пьяные драки. Хорошая идея. Ну, знаешь, драки в баре, это еще ни о чем не говорит. Возможно, на него напали, а потом он... Стоп. Его дочь неделю назад покончила с собой. Я позвоню нашим. Ширяков? Вы здесь? Как? Нормально. Так, начнем. А почему мне не дадут адвоката? Такого, что всем доказал, что я там просто ножичком махал. И агентика вашего случайно зацепил, а? Перестаньте. Так я что, не заслуживаю права на справедливый суд? Как тот ублюдок, из-за которого моя Ниночка повесилась? А? Что молчишь? Где вы были 18 апреля в 8 часов утра? Я был в паркинге и ждал эту свинью. Специально для него купил отличный японский нож. Уйму денег отдал. Там еще на лезвие такие зубчики. Даже кости режет. Сколько раз я представлял, как вырежу поганый язык этой лживой твари. И отправлю тому мажорику. Мол, ты следующий. Потому что все ответят. Все ответят. А потом не смог. Испугался. А когда сбежал оттуда, так противно самому от себя стало. За то, что я здесь, а... моя Ниночка там, в темноте. Ну, а потом пошел в стекляшку с мужиками там, короче, нажались. Уведите. Крепкое какое-то алиби получается. Мне только одному это кажется, нет? Ну, сами посмотрите. В тот момент, когда убивают Боровика, а наш нервный мясник устраивает драку в баре и попадает в изолятор. Ну, я не думаю, что он способен такое провернуть. А полоснуть тебя по горлу сил-то хватило? Тарасов прав. Совпадением это быть не может. Но вот смотрите. Жертвы бритвы никогда не повторялись ни по возрасту, ни по профессии. Мало того, все убиты колющими и режущими предметами. И эти орудия никогда не находили. И все убийства были совершены слишком аккуратно и слишком тихо. Тарасов вообще считает, что бритва изготовляет для каждой жертвы особенное орудие убийства.
Смотрите. Боровика закололи. У Свиридовой перерезаны вены. Мартынова зарубили. Ну что, вы мне хотите убедить, что этот бритва реально существует? А у тебя что, есть другие версии? Секс на пляже. Это у вас коктейль? Клюквенный морс. За рулем? Нет, просто не люблю, когда ум в тумане. Вообще-то иногда потерять голову очень даже приятно. Ребята, я говорю вам как психолог. Это бред, это полный бред. У каждого серийного убийцы есть свой почерк. Алло, а как же теория? Да нет никакой теории. Ну поймите, ребята, отсутствие почерка, это не означает почерк. Потому что они все хотят, чтобы все знали, что это совершили именно они. Они хотят славы, вот и все. Пожалуйста, известный адвокат Боровик. Но в таком случае тогда вы противоречите сами себе. Обратите внимание, все его жертвы – уборщица, официантка, охранник, а тут бац – и адвокат. Но он решил себе проявить. Венечка, акцентуации у убийц, тем более у серийных, они не меняются. Мало того, они даже не лечатся. Ну, разве что... А он хотел знать, кто за ним идет. В смысле? Тарас? Тарасов. Ну, ты подождишь? Алло, слушаю. Да, я понимаю, да, конечно. Да что вы говорите? Даже так? Ага. Мне очень лестно, агенты, что вы за меня так волнуетесь, но я тоже профессионал, и ко мне не так просто подобраться. Слушай, я... Это... Сейчас. Что там? Пусто. Тарасова исчез. Добрый день. Этого человека видели? Не припомню. А свидетели говорят, что он выходил отсюда сегодня вечером приблизительно в 6:30. А, тихий такой, да, сидел здесь в углу. Он был один? Ну, перебросился пару слов с кем-то. Лет 30, невысокого роста, рыженькая. Ушли вместе. Хорошо. Слушай, он ходок. Из бара вышел с одной, а я в отель пришел вообще с другой. А идти всего 20 метров. Наверное, метр до отеля ошибся. Наверное. Скорее всего, он это сделал специально. Рискнул свободой ради незнакомой девушки. Видимо, не совсем уж незнакомый. Значит, пойдет как соучастник убийства. Лет 5 дадут. 7. Надо доказать. Да. Расплюнул. Однозначно. Стойте. Вы сказали убийство? Я знал, что Яна этим занимается. Я ее отговаривал, просил бросить, но... Куфелин?
Адрес и номер телефона. Маша, заходи, открыто. Привет, дорогая. Слушай, я очень сильно устала, я полежу немножко. Дай мне там шампанское стоит. Господи. Почти угадали. Слушайте, что вам нужно, а вы кто? Мы из отдела 44. Пожалуйста. Я сейчас буду жаловаться, какая у вас там горячая линия. Так, значит, у нас к вам есть вопрос. Где он? Я вообще не понимаю, о чем. Давайте сэкономим друг другу время. Вас опознал метрдотель, вас опознал бармен. Так что давайте без всего этого, да? Ян, вы поймите, что это в ваших же интересах сказать правду. Слушайте, я завязала 3 года назад, честное слово. Вообще, все, другая жизнь. Я даже на курсы бухгалтера пошла. И тут мне вдруг на мобилу кто-то звонит. Мол, говорит, я тебе все знаю, если не поможешь приспать там одного чувака, я тебя сдам. Что там произошло? Мы пришли в номер. Ну, я ему винчик там закатила, 3 таблетки, все. И он уснул. А вы? А я ушла, мне тут чмырь приказал сразу уходить. И все, я сразу ушла. Его телефон остался? Да, да, конечно. Просто сейчас. Не психуй, Веня. Ты найдешь выход. И береги голову, она нужна всему отделу. Как я его найду? Этот абонент звонил с помощью приложения в социальной сети. Я ни отследить, ни взломать не могу. Понимаешь, его настоящий адрес затерян в сети серверов, через которые проходит поток данных. Если он в сеть не выйдет, мы его никогда не найдем. А если мы ему сами позвоним? Ну, мы тогда рискуем жизнью Тарасова. Если Бритва догадается, он может от него избавиться. А что, есть еще варианты? Ладно, давай. Мне надо будет несколько минут, чтобы трассировать защищенные сервера, отследить физический адрес. Как же все-таки заездили это произведение в кино? Потому что красиво звучит. Полон слез тот день, когда восстанет из праха, чтобы быть осужденным человек. Кстати, этот я присмотрел для вас, Женечка, еще месяц назад. Очень вам подходит. Не находите? Вы идете по моему следу без усталости. Как хищник, цепившийся вслед своей жертве. Впечатляет. Впечатляет. Вы даже вдохновили меня на создание фильма, в котором вам, Женечка, я дал главную роль. Ну, давай, пробуй. Да? Здравствуйте. Наш компьютер случайным образом выбрал ваш номер телефона. Вы стали победителем и выиграли ультрасовременный смартфон.
вам нужно отправить смс с номером 3223, и вы тогда становитесь участником лотереи. Извините, уважаемый, но мне это действительно неинтересно. Подождите, секундочку. Но ведь судьба же выбрала вас из миллиона клиентов, но... Он все равно бросил трубку. Есть? Давай, пиши. Отлично. Как видно, не один вы хорошо идете по следу. Ребятки уже пришли на сеанс. Борис Ефимович, я вас уверяю, это идеальное помещение под ваш склад. Тепло, охрана, телефон, интернет. Я вам перезвоню. Агент Роберт Кавири. Что случилось? Ничего, скорее всего, мы перепутали адрес. Не перепутали. Смотри. Господи. Он нас здесь ждал. Чей это компьютер? Якова Сергеевича. Это наш лучший брокер. Где он? Он сегодня позвонил с утра, сказал, что болеет. Но что с ним? Он же просто сдает в аренду склады. Такие, как этот? Выглядит знакомым, но я точно не могу сказать, где это. У Якова Сергеевича ключи от десятки складов по всему городу. Веня, он нас перехитрил. Сейчас я тебе вышлю ссылку и отследи, пожалуйста. Спасибо. Отправил. Я читал в одной книге. Как? Русский офицер сдирал кожу японскому пленному. Так вот, он утверждал, что если не спешить, кожа снимается легко. Очень легко. Вот черт. Мне свой сервер. Последний адрес, который удалось отследить, это Дортмунд. Скорее всего, сервер там. И что, мы ничего не можем сделать? Можем, но это частная компания. Мы пока туда им запрос отправим, пока они ответят, пока откроют адреса. Это 2 дня уйдет, не меньше. Понятно. Ну а что по объектам? Подняли всех по адресам, но успеют ли они? Он пытается что-то сказать. 215. Это код или номер? Есть связь с каким-то из объектов? Нет. 215. Послушай, а может быть это не 215, а БАЕ? В смысле? БАЕ – это код нашего аэропорта. Да, слушай, а возле аэропорта есть склад из списка. Черт. Алло, Майоров, срочно дуйте в аэропорт. Мужчина побежал. Да. Руки! Быстро руки! Это... Тихо. Сейчас. Тихо. Алло? Скорая, это Майоров. Центральный парк. Быстро. На живое. Но вопрос другой. А где он может быть сейчас?
Да понятия не имею. После каждого своего убийства он залегал на дно на пару месяцев. Но это первый раз, когда его план сорвался. Он может скрыться насовсем. Или продолжить начатое. Я хочу знать все, что у вас есть на него. Только так я смогу помочь вам. Нам помощь не нужна. Да поймите вы, если бы мы работали вместе, этого со мной не случилось бы. Но ведь вы сейчас не в состоянии. Да в нормальном я состоянии. И вполне могу работать. Хорошо, не горячитесь. Отправитесь вместе с майором, опросите его директора. Игорь, а ты направь к Абере Герману в больницу, пусть допросит раненого. Все, можете идти. А, и я не успел сказать вам спасибо, что спасли мне жизнь. Это вообще-то наша работа. Свободны. Я очень удивлена. Яков Сергеевич был отличным брокером. А у вас случайно не осталось его фотографии? С корпоратива, например. Он очень не любил фотографироваться. Я, значит, разговариваю по телефону, и тут слышу сзади шорох какой-то. Я поворачиваюсь, глядя, парень бежит прямо на меня, кричит: «Телефон живо!» А я такой: «Я не отдам!» И он тут чирк! Сразу боль такая в груди. Телефон «Хвати!» побежал. У вас должна быть копия его паспорта. Он у нас не совсем официально работал. А вы хоть успели разглядеть, как он выглядит? Парниша такой лет 30. Высокий, сильный такой. Тогда опишите его на словах. Якову Сергеевичу лет 40. Высокий, статный мужчина с благородной сединой. На нем был черный спортивный костюм. Знаете, с такой прыгающей кошкой на эмблеме. Сейчас, берете. Еще какие-то приметы. Шрамы, родинки. Да. Я понял. На лице было такое интересное родимое пятно. На щеке? На щеке. Дайте-ка я нарисую. Дайте ручку. И блокнот. Отпусти ее. Отпусти ее живо! Вы не в том положении, чтобы командовать, агент. Успокойся. Успокоились, видишь? Смотри. Смотри. Пистолет, будь осторожен. Глеб, догони его, мы справимся. Все нормально.
понимаю. Но все данные с компьютера Боровика находятся в архиве. А доступ к ним только с разрешения прокуратуры. Так что обращайтесь туда. Все. Всего доброго. И вам того же. Шеф. Присаживайся. Вот. Все данные по делу. Спасибо. Знаешь, я одного только не могу понять. Почему никто из клиентов Боровика так его и не убил? Ведь он очень много знал. Очень. Бритва на адвоката для этого и выбрал. Чтобы Тарасову было сложнее его найти. Ну, а при чем тут Тарасов? Бритва совершил это убийство специально для Тарасова, чтобы понять, кто за ним идет. Проверить, достойный ли соперник. Вот. А сам Тарасов был на волоске от гибели, когда пробрался в дом по Боровику. Бритва за ним следил. Но когда Майоров и Кабери арестовали Тарасова, Бритва решил, что единственным достойным соперником для него является наше агентство. Да, я обольщен. Да. И тут Бритва решает устроить для нас кровавое шоу. Для этого он арендовал площадку на складе и защищенный сервер в Германии для трансляции. А свое рабочее место превратил в кинотеатр. Да, если бы наш Черных и Толстунов не догадались, что значат те жесты, которые показывал Тарасов, Бритва убил бы его. И наш отдел действительно был бы единственным соперником Бритвы. А мы, как всегда, на высоте. Видишь, отличная работа. Может быть, свободно. И, как говорится, легкого денечка.